Ты мастер собирать пазлы, значит, у тебя есть все возможности выиграть приз от Европы Плюс Волгодонск. На протяжении недели у всех слушателей этой радиостанции была задача ловить подсказки от диджеев Европы Плюс, а затем угадывать, о ком или о чем идет речь. В этой игре повезло волгодончанке Ирине Сердобинцевой. Возможность получить приз и даже передать привет друзьям девушке предоставилась в прямом эфире радиостанции Европа Плюс Волгодонск. Ирина, мы поздравляем вас с победой в пазлах на Европе Плюс Волгодонск. Ура! Вам достается, Ирочка, вот этот новенький, абсолютно шикарненький в целлофанчике. Вы слышите? Отдавать, да, все, надо, нельзя долго в руках держать. Это уже, по идее, не мой телефон. Держите, Ирина. Спасибо. Этот мобильный телефон. Суперприз – сенсорный мобильный телефон на две сим-карты был предоставлен генеральным партнером Европы Плюс Волгодонск такси «Вояж». Вот это самый телефон, который я выиграла, очень классный. Вообще на две сим-карты очень стильный, сенсорный, классный, в общем. Спасибо, Европа Плюс, я вас буду слушать постоянно, всегда все супер, вот так. Люди хотят выигрывать, и, собственно, поэтому игра востребована. На следующей неделе и далее, я надеюсь, так, на полгодика где-то мы продолжим обязательно. И чем больше желания людей выигрывать, проявлять свои интеллектуальные способности, развиваться и получать за это ценные призы, тем более будет востребована эта акция. Спасибо Ирине, что она первая победила. Надеюсь, что рука будет легкая, и дальше будут победы, призы. И активные, позитивные и оптимистичные совершенно слушатели Европы Плюс. Всем большой привет, и все будет хорошо.